Хочешь выйти? Давай. Давай, идешь вперед. Нет? Давай. Коть, выходишь? Ага, бздишь, когда страшно. Не хочет. Странная какая-то. Ой, вчера она была здесь, на этом, в доме. Было сильно холодно. Ребят, вчера... Ой, извините. Что такое, подавилась? Ой, извините. Ой. Было сильно холодно, и вот посмотрите, сегодня все уже. Ну так, батарейки мои, батареечки мои. Ой, ну какая трещина, я в шоке. Горячий, можно уже убавить. Ребят, вот сюда ставлю лоток. Вот, ну кто-то у меня его забрал. Кто-то у меня его забрал, и она вот писает сюда, мне надо поехать купить новый лоток. Вот прям под эту трубу писает, и все. Хоть убей. Вот посмотрите, нам, что вытворяет денежное дерево. Денежное дерево. Деньги где, да? Смотрите, какое красиво. Видно благоприятное. То, что коки писает рядом, возле батареи. И этот, скажите, солнце падает. Так, что там Степаша? Степаша, это Лизонька. Ты не беременная случайно, зайка. Моя моя свободолюбивая девочка. Моя свободная женщина. Вот кто свободная. 100%. Никто не ограничит в ее правах. Никто тебя не кастрировал, да? Никто тебе плохого не сделал. Что не скажешь о коке? Вот мое семейство, любимое, родное. Вот посмотрите, еще Левушки не хватает. Вот я приехала только что, они меня встречают. Встречают. Да, сладкие мои. Так. Купила сегодня эту рябинку, талую воду. Хочу талой водой покраситься. Я пшеницей всегда крашусь. А это в честь праздника. Хочу быть Мальвиной. Хочу быть Мальвиной, розовой девушкой. Настирала. Ой, как хорошо дома отдыхать. Как хорошо отдыхать дома. Ну, ребята, все равно не сплю. Работаю извозчиком. Туда-сюда люду вожу, туда-сюда. Ну, ничего. Вот, мое лежбище. Вон и халатик, и шарфик. И колоночка, гляньте, все под рукой у меня. И все зарядки всевозможные. И кружечка, я пила чай. О, конура. Знаете, конура. Халатик на все случаи жизни. В общем, так, прелесть. Люда говорит, мама, почему ты не расстилаешь? А мне удобно, я калачиком свернусь. Что мне одной надо? Вот и пришло то время, когда я тоже начинаю говорить, да что мне там надо уже, господи. Не, ну правда, ну что там мне надо? Что мне надо, кроме шоколада? Так, а что делает Вера Анатольевна? Сейчас посмотрим. Сладкие мои. Боже, за мной шаг в шаг. Ребята, я сегодня так ужасно выгляжу. Еще накрасила этими, как его зовут? Тенями. Ой, извините, зазеваю. Я забываю, что вы на меня смотрите, что я не сама дома. Катастрофически не хватает сна. Катастрофически. Хотя мне кажется, это сейчас всем. О, и сразу нос. Я не брешу. Боже мой, как движения выдают человека. Ну, выдают. Нельзя слова сказать уже, понимаете? Так, ладно. Снять надо эту куртку и пойти поздороваться с мамой. Ты на охране бабушки Веры. А, нет, забыла, не бабушки Веры. Веры Анатольевны. Нельзя говорить бабушке. Вера Анатольевна. Да? Мама тоже отдыхает. Мама тоже не накрашена, без прически показывать не будем. Ну, такое. Ну, а чего? Что, а как? Ты же сама говоришь, что не накрашена. Ну, чего? Не, ну, это просто... Без прически. Не в тему. Не в тему, тем более не в тему. Человек отдыхает, правильно. Пускай отдыхает. Я поздоровалась со своими зрителями. Это самое главное. Глаза слезятся. Что-то я так чувствую, что-то я уплываю, друзья. Глаза слезятся. Что-то я уплываю после вчерашнего. Мы вчера, конечно, очень много в пробках стояли. Значит, у Людочкиной подружки. Я не буду даваться подробности. У молодого человека погибли родители. Нет, мама, извините, мама живая, папа мгновенная смерть. В машине разбились вчера. Запорожье. Так самое, что интересно, говорят, что всю жизнь пристегивались. Вчера не пристегнулись. И не знаю подробностей,
Ну, короче, не справились, не справился с управлением. Меня вчера тоже, друзья, занесло. Два раза занесло. Ну, я ехала на маленькой скорости. И ехала. Меня Андрей научил, чтобы на тахометре доходило до 2, и чтобы скорость была не больше 40 километров. Ехала по набережной. А там вот эти вот, знаете, ограждения. И меня к этому ограждению как понесло, понесло. Я вот начала крутить, 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 руль крутить. Ну, в общем, потрясались. Я не знала этих людей, ну, просто, ну, неприятно. Очень неприятно. Знаете, как мама уже даже была в реанимации. Хорошо себя чувствует. Уже даже разговаривает. А вот папу, конечно, жалко. Это Людочкина близкая подруга. Ну, знаете, просто вот о чем я и говорю всегда, что едешь, а потом эвакуаторы собирают машины. Так заканчивается год. Да. Как у вас там праздничные? Я так посмотрю по людям, что как они скупляются в этих самых супермаркетах, то праздничное настроение присутствует. Значит, не омрачайте себя ничем, это праздничное настроение. Отдыхайте. У нас в Украине 3 дня выходных, суббота, воскресенье, понедельник, католическое Рождество. Ну, мы не отмечаем, мы не католики, но почему-то сделали всеобщий выходной в понедельник, нерабочий день. Ну, наверное, так надо, значит, какое-то, вроде как, так в Европе. Я, честно, не разбираюсь, не хочу, если в религию, если есть праздники, значит, кому-то это надо, правильно? Так что, кто католики, с Рождеством католическим. Это знак. Вот не говори за религию. Не говори за религию. Я в шоке. Ни с того ни с сего батарейка выпала. Я в шоке. Ладно, друзья. Еще раз хочу сказать, кто католики, у кого, кто празднует католическое Рождество, с Рождеством вас. Счастья, мира, здоровья, любви, согласия. Берегите себя и не болейте. Надеюсь, среди моих подписчиков есть такие, которые католики. Ладно, а моим подписчикам, которые такие, как я, обеспашенные все мира, добра и бабла, суббота. Я пойду отдохну и, надеюсь, новыми силами буду вас чем-то удивлять. Нарядами, прическами, ну и всем остальными интересными историями. Кто бы что ни говорил. Всем пока. Глаза спят. Нервная система на взводе.